Привет-привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал в видео «Завораживающий русский», где мы говорим о самых интересных, оригинальных словах русского языка. Это видео возможно благодаря членам клуба «Русская дача», которые получают подкасты и видео каждые 5 дней и делают такие видео возможными. Спасибо им! А сегодня у нас очень интересный глагол, это переборщить. Переборщить. Переборщить значит слишком много или слишком сильно что-то сделать. А это от слова перебор, то есть слишком много чего-то. Иногда мы можем сказать, ну, это перебор. Например, я говорю, как вам нравится моя красная помада? И вы можете сказать, ой, нет, это перебор, значит, слишком много. И также у нас есть глагол переборщить, значит, сделать слишком много чего-то. А мы не говорим переборщить что-то, мы можем сказать переборщить с чем-то, переборщить с чем-то. Например, Олеся переборщила с макияжем. Олеся переборщила с макияжем, значит, у нее слишком много макияжа. Она переборщила с макияжем. Или молодой человек может сказать, мы пробуем суп, мы едим его суп, и он может сказать, ой, что-то я переборщил с солью. Я переборщил с солью. Вот. Но также мы можем использовать переборщить без всего. Просто, например, не переборщи. Мы можем сказать не переборщи. Например, человек плохо спит, наш муж или наша жена, они плохо спят, и они хотят принять снотворное. Снотворное, еще одно интересное слово, это лекарство. Какая-то субстанция, которая нам помогает спать. И наш муж нам говорит, не могу заснуть, надо принять снотворное. Надо принять снотворное. И мы можем сказать, осторожно, не переборщи. Не переборщи. Пожалуйста, повторите это слово, когда вы смотрите, чтобы помнить механически, автоматически. Не переборщи. Не переборщи значит, не сделай слишком много этого. Не принимай слишком много снотворного лекарства. Не переборщи. Или, например, ваша дочь идет на дискотеку, и вы не уверены, что она там будет делать. Вам это не очень нравится, ну ладно. И она делает себе макияж. И опять мы можем сказать, не переборщи. Она говорит, я пошла краситься. Мы можем сказать, не переборщи. Или не переборщи с макияжем. Вот такое интересное слово сегодня, дорогие друзья. Я вам рекомендую его использовать. Это очень полезное, интересное слово. До скорого у меня на канале. Ставьте лайк. Пожалуйста, сейчас лайк-лайк. И подписывайтесь, чтобы получать новые видео. Пока-пока!